Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Elden Ring. Сейчас только я одну вещь тут сделаю. Я просто кое-что не подумал сделать, а было бы неплохо. Так, сейчас. Так, оно постоянно, да? Постоянно. Угу. Угу. Думаю, за это я ничего не получу. Плохого, по крайней мере. Сейчас, пару секунд, буквально пару секунд. Все, есть. Итак, продолжаем проходить Elden Ring. Чем мы займемся с тобой сегодня? Сегодня я хочу вот изучить вот этот кусочек. Маленький. Потому что мы с тобой целый остров изучили. Мы с тобой пещеру изучили. Вот тут вот кусок изучили. Вот после этого куска мы уже дальше решим с тобой, что будем делать. Давай тогда в храм переместимся сразу же. Получили себе волков в прошлой серии. Колокольчик получили. Много чего получили на самом деле. Всякие материалы. Какую-то иголку, вроде как улучшающие предметы, но что-то я не заметил, чтобы они прям улучшались сильно. Так, вон там наш храм, да? Надо попробовать еще, знаете, забить. Вот здесь. Я уже говорил, я буду пользоваться призывами, но не призывами игроков, призывами именно вот этих вот. Вот этих вот всяких. Волков и тому подобное. Подожди, а это что такое? Воспоминания о благодати. А зачем они мне здесь? Подожди. Мне это ни к чему. Вообще ни к чему. Вот. Вот. Благодать мне не нужно. Чтобы тратить все мои эти, но забрать. По крайней мере, не сейчас. Так, давай смотреть. Я точно помню, здесь где-то бродил великан какой-то. Эх ты ж. Ладно, вон он. И волков мы при нем не можем, да, призвать. Хорошо, значит, будем так с ним драться. По крайней мере, попытаемся. Еще бы нет. Вроде территория такая нормальная. Иди сюда. Я Стас Великий. Это не мини-босс. Это просто враг. Просто враг, но мне ужасно неудобен, я понял. Ладно. Ах ты ж засранец какой-то, смотри, а. Хорошо. Ах, как тебе огонек, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой! Закончилось. А чё ты меч сразу свой? Чё ты меч? Может, без меча обойдешься? Ох, нет. Не обойдется. Ну, забить его возможно, но я пока покачаю. Пока покачаю свое оружие. То есть, не сегодня. Мне бы что-нибудь длинное, размашистое, что-то наподобие алебарды.
Вот алебарда здесь была прям хорошо. Прям очень хорошо была бы. Так, ладно, там 87, не страшно. Пусть они там и остаются. Окей. Давайте тогда не будем сбиваться с цели. Мы попытались. Поняли, что пока не ахти. Пока я себя не чувствую уверенно. Максимально. Я буду уверенно себя чувствовать, когда смогу одевать какой-нибудь щит со 100% блокировки. Вот тогда я буду себя уверенно чувствовать. Это, конечно, защита так себе, но... Скажем так, лучше, чем ничего. Так. Что это такое? Впереди жук, так что бросок не поможет. Это жуки? Так, это что-то яд распыляет. Предполагаю, сейчас опачки. А это что за стрекоза? Руна жителей окраины. Как метка-то? Как это было метка? Голова гигантской стрекозы. Ах ты ж, зараза. Она защищает, смотри, стрекоза защищает. Угу. Вон. Ты ж газина-то какая. Ну, второй раз у меня такой меткости не будет. Сейчас она станет где-нибудь. Вставай. Нет. Вставай. Ну, сейчас же был удар. Что ж такое-то? Вот сейчас была возможность. Ой, сколько возможностей я пропустил-то. Это что такое? Да, с камерой здесь, конечно, проблема. Ладно, иди в жопу, стрекоза. А там наверху я, наверное, на птицу нацелился случайно. Так, хорошо. Что? Впереди необходим предмет. Какой? Так, окей. Окей. Ох, тут небось секретов-то еще. Обломки руин. Ну, я буду собирать. Я не знаю, для чего они, но... Собираем. Не страшно. Сундуков никаких не видно. Вы кто такие? Куда пошел? Не привыкну к длине. Пока еще. Копья. Явно меня поджечь хотел.
наверное, такие. Монстр-тренировка. Так. Что у нас тут? Впереди пещера. О! Еще одна пещера. Так, где? Ну, примерно как я и думал, что нужно вот эту часть изучить. Сейчас мы еще только... Она, кстати, закрыта. Сейчас мы вокруг еще посмотрим здесь. Может, тут еще что-то будет. И вот дождь мне здесь не нравится. Он вроде бы выглядит прикольно, но... Как-то глаза, что ли, напрягают. Ну, я попал. Что это такое? Вероятно, хищник. Внизу мы с тобой прошли. Вон он стоит. Глупец. Дай мы до него доберемся, подсолнух. А тут может быть тоже что-то? Нет? Здесь ничего такого нету. Может, тут как-то можно аккуратно упасть? Нет? Спрыгнуть, так сказать, соскочить. Нет, явно нет. Явно нет. Ладно, пойдемте к пещере. Пойдемте к пещере. Посмотрим, что там. Открывает? Да, открывается. Все открывается отлично. О, благодать. Прямо здесь сейчас сядем. А там кто-то, смотри, сидит. Он же не пропадет, если я сяду, да? Вроде... Да, остался, отлично. Это хорошо. А, это свечка. Я уже думал, это... Окей, так. Что ты расскажешь? А, истинная смерть - возвращение к древу Эрды. Наберись терпения, однажды ты услышишь зов корней. Ладно. Наберусь. Так, два пути, да? Много кровяки. Осторожно слева. Хорошо, спасибо. Вон, ага. Впереди вроде ничего. Только слева, да? Ой, нифига себе, что это? Осторожно слева. Да тут не осторожно слева, тут прям мега осторожно слева. Ладно. Окей. Вот это осторожно, так осторожно. Спрашивается, зачем мне щит, да? Давался, если... А, уже знает, да? Уже знает, что я здесь. А чё не идешь дальше, не? Не хочешь? А может быть... Нет? Да как так? Кровотечение сраное. А, почти же, почти. Я не знаю, почему-то сбилось. И много здесь таких. Я как понял, двое. Защита, конечно, у меня никакущая. Я заберу? Нет? А вон тот начинает метать, я понял, хорошо, ладно. И пошел такой деловой. Пошел. Иди знаешь куда. Конечно, неожиданно.
Так, ну и что ты мне теперь сделаешь, а? Что ты мне теперь сделаешь? Ах ты гадина. Так, минус один, хорошо. Как он меня с трех ударов одной комбинации заваливает? Это как мне быть? А отойдешь, и этот начинает палить, да? Классно вообще, зашибись. Вот это вот игра, да. Ох. Отстань от меня, отстань от меня. Просто отвали, ладно? Нифига себе, кузнечный камень. То есть тут на них фармить можно кузнечные камни, да? Так, и что я тут забираю? Смола из корня. Это, наверное, чтобы это оружие, да, смолой зафигачивать. Ничего. Ничего, оп. Это свечка просто. Хорошо, хорошо. Так, что у нас наверху? Наверху тоже ничего. Но это опасное место. Это очень опасное место. Ох, ладно. Угу, какой-то цветочек. Этот омут призыва теперь активен. Хорошо. Заперто устройством. Заперто так заперто. Так, если омут призыва активен, значит сюда может кто угодно ворваться, я так понимаю. Ладно, я вижу, что кто-то наверху стоит. Вот этот вот. Этот наверху стоит. Вон еще один стоит. Дожидаются. Вон еще один. Или это сундук? Оп. Гады какие-то, смотри. Ну там три этажа, а. Вон там кто-то ходит. Давай в него. В дурачка. Иди, иди сюда, давай, давай. Минус один, дурачок. Хорошо. Угу. Вот это, хотите сказать, что это никто, да? А нет, это же... Стоит, смотрит же, смотрит. Не сейчас, так в будущем. Давай, давай, давай. Так вас по одному и будем выносить. Засранцы. А что ты смотришь? Давай, спускайся. А, это метатель, да? Ну, мы отойдем, он, может быть, спрыгнет. Ну да, спрыгнул. Че, дурак, что ли? Прыгнул и все. Засранец. Как же больно они бьют, а? Я слышу, что кто-то еще здесь. Но не вижу. Может, это, конечно, костерчик?
Ну да, нет никого. Нет, там сундук просто. Не сундук, это цветок или что-то. Плохое место, а? Хо-хо-хо-хо-хо. Ах ты ж, твари, смотри какие. Так, чё у нас тут? Так, чувак бежит вперед, окей. Там, по-моему, вправо проход. Успею, интересно. Успел. Оп, 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 оп. Оп, оп. Давайте вначале тогда сюда. Что ли? Впереди требуется атака. Ага. Окей. О, говорящая голова, привет. Это из этого, да? Из Dark Souls, да? Печальный артефакт, увековечившие звуки речи тех, чьи уста давно умолкли. Уродливая голова, вылепленная из глины, произносит слово «привет». Hello. Так, подожди. А что там, наверх можно как-то или нет? По-моему, наверху ничего нет, да? Ать! Так, окей. Как ты активируешься? Через время, что ли? А, надо рядом с ним прыгнуть. И смысл? Понятно. Сейчас мы себе безопасную зону, да, устроили. А тут что у нас? А то же самое. Также проходик вправо и вперед. Вот только тут дальше, по-моему. Так, хорошо. Лесенка. Ага. Я надеюсь, они не сразу двое на меня нападут. Вот эти вот моменты, это прям какой-то капец. Ох. Давай, иди. Что ты стал? Придурок. Ох, это как же это меня напугало-то. Так, пляшки мы пока по это. Экономим. Значит, их вот этот огонь сбивает. Это хорошо, и меня тоже, да? Ух. Интересно, что меня спасло. Так, с этого трупа у нас ничего, да? Да. Честь послания. Смотри внимательно, неожиданно. Хорошо. Этот, вот это вот, да, меня?
О, это бросающийся, это легко. Хорош. Так, что у нас здесь? Не так, это что за место? Так, подожди, это... Не пойму. Нет, пока я спрыгивать не буду. Сколько у меня? 7 стрел осталось. Блин, стрел тут прям заканчивается. Надо прям как можно больше покупать. Оп-оп-оп-оп. Правильно, пусть там внизу посидит. Подумает над своим поведением. Хорошо. Прах странствующих вельмож. Сейчас посмотрим. Так, впереди тайная тропа. Нет, не угадали. Так, подожди, а тут ничего нету. Больше. Так, здесь больше ничего, окей. Мне осталась одна бутылка. Инвентарь. Так. Призывает духов пяти странствующих вельмож. Души вельмож бродят и бродят по Междуземью, даже после смерти. Когда-то они хотели найти что-то, но давно позабыли о цели своих поисков. Горстка праха, где все еще обитают духи. Используйте, чтобы призвать духов пятерых странствующих вельмож. Вместо волка, да? Боже, давай активируем, пусть будет. Так, ну у нас, по сути, так, я пытаюсь понять. Костер, если идти к костру. Это какое-то другое место. Спускаемся. Так, окей. Вон, смотри, один на стене, двое на стене. Ха-ха, я сейчас попробую вот так, да, сделать. Оп. Спрыгивает, нет? Так, и что вы мне теперь сделаете? Есть еще кто-нибудь? Вон еще по бокам. И вон, сбоку, да? С этого. Это вот 4 их. Здесь. Хорошо. Ну и чё? Дурак. А так и будем. Окей. Какой я умный. Ой, нифига себе. А чё так больно? Надо аккуратно, чтобы они швырялись. Так. Давай, иди с этой стороны. Иди с этой стороны. Есть. И вон там еще один, да? Вон. Эх.
А не, нормально. Не, не достает даже. Глупый очень. Так, все, да? Нет, не все. Еще один. Вижу. Стрелы закончились. Окей. Штука не работает, штука не работает. Только сейчас что-то поднялось. Она заторможенно поднимается. Тлеющая бабочка. Блин, только да ладно, только из-за тлеющей бабочки сюда. Не, ну ладно, не только. Мы еще вот этот уберем. Отключим. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, теперь поднимаемся, да, наверх. Поднимаемся наверх. И там мы можем немножко спуститься. Вот здесь. Это где изначально мы все зачистили. Нам прям стрел, смотри, как четко хватило-то. Так, а что там? Там кто-то писал, что типа проход на его нет, понятно. А сейчас все здесь будут ходить. Я еще ни одного прохода секретного не видел. Я не знаю, есть тут вообще или нет. Может, в будущем придется какой-нибудь какой-нибудь Википедией пользоваться. Когда-нибудь. Давай, рычаг. А, наверное, те ворота, да, откроют? Где-то открылась тяжелая дверь. Ну да. Так, где еще один? Вон он. Вон он бродит. От которой упал-то как раз. И где он? Вон он. Отлично. Так, и что у нас впереди? Осторожно, ближний бой. Блин. Так. На волков мне уже не хватает, да? Ах, что-то я не понял, подожди. А где я что открыл? А, вот. Да ведь? Ага. Ну это босс. Я к нему не готов. Ладно. Че, здесь можно, да, тоже призвать? Давай призываем. Вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как неудачно получилось. Оп, щит. Держит. Короче, волки пока самые крутые.
Не, а так честно? Подожди, подожди, подожди. И что? Так, вот он встал, окей. И удар. Интересно. Так. Эти, короче, и хорошо, что и масса. Давай попробуем волков. Они отлично все отвлекают. Это хорошо, я понял. Так, это где я, получается... Так, этот мне уже не нужен. Тут я все взял. А, просто вперед, да, отлично. Здесь можно просто пробежать, правильно? Там никто на меня... О, вообще прям рядышком. Так, давай сразу, сразу призывать волков, сразу. Отлично. Вперед. Мои волки. Оп, круговое. Ага. Ай, вперед. Это не круг. Это просто удары. Круговой, круговой, круговой. О, летает. Ага. А что, получается, все, да? Я больше призвать не могу. Ну, это честно. Это вполне честно. Так, огнем фигачит. Хорошо, пусть. Ух. А, подожди. Нет, только один раз я могу призвать. Я понял. Ладно. Ох, какой. Так, хорошо. Ну. Такой себе босс. Сейчас огнем просто будет фигачить. Можно просто вдали постоять. Вот он встает. Вот когда встает, нужно вот так и все. И он пока садится, ты два удара успеваешь нанести. Я понял. Давай. Вот эти вот летающие удары так себе. Вот этот удар ни о чем. Оп. Можно около... Около недобитых колонн постоять. О, встал. И пока садится, два удара. Отлично. Да. Легкий босс. Долго, правда, его тыкать, но да ладно. Даже сейчас умудрился один удар занести. Был бы магом, вот в этот момент можно было бы просто его обстреливать. Я так полагаю. Оп-оп-оп, аккуратно. Время подхилиться. О, пошел, 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 пошел. И пока садится. Ой, зря три. Нет, нормально. Что ж такое-то? Почему?
Хорошо. Он даже не долетает толком. Оп, оп. Да, сейчас он меня подхватил. Да, есть момент, когда можно отпрыгнуть. Блин, вот это вот, вот это плохо, вот это очень плохо сейчас. Нормально. Ну и все. Хо-хо-хо. А, прах высокородного чародея. Ух ты. Еще один прах. Ой, я еще и души не забрал, да ладно. Хо-хо-хо-хо-хо, души не забрал. Вот я даю. Так, что у нас здесь? Трупешники. Ой. Кровь идет. Кровь идет, кошмар. Кошмар. Так. Нет, поджечь нельзя, да? Ну, это уже Dark Souls, да. Это Dark Souls. Это очень на него похоже. Ну тут типа получилось, да, молодец. Фух, так, ладно, а что у нас там за снаряжение? Так, ну вот эта пятерка мне не очень понравилась. Призывает духа высокородного чародея. Так, используйте, чтобы призвать духа высокородного чародея. Дух вельможи, который попросился в Академию Рая, Лукарии, чтобы изучать магию блестящих камней. Однако недостаток таланта не дал ему права носить каменную корону, так что он знает только самые простые чары. Чё бы нет? Давайте вместо вот этой горстки будем пробовать. Чё бы не попробовать где-нибудь его еще призвать. Ох, так, ладно. Эту часть мы, получается, подизучили. Оружие меня пока не устраивает, поэтому я его не прокачиваю. Когда меня будет устраивать какое-нибудь оружие, тогда и прокачаем. Не, ну копье меня так более-менее устраивает, но хотелось бы алебарду какую-нибудь. Какую-нибудь алебардочку. Так, а что тут? Ты мне еще что-нибудь теперь скажешь? А куда нам вкладывать очки? Сейчас будем думать. Понятно. Ничего интересного мне не говорит. Хорошо. Повысить уровень. Вот сюда давайте. Изменить одежду. Но это только эту штуку снимает. Я просто не понимаю смысл. Оно говорит, что типа для улучшения. Измененная одежда, вот она. У нее просто вес становится меньше. А всего остального становится тоже меньше. Я понимаю, если бы больше становилось. Не знаю. Баланс один. Один баланс, это, по-моему, тоже не очень хорошо. Так. Опять-таки, так, смотрим. Ну, прям сильно ни на что не это, не влияет. Да? Одеяние пророк. Грубая ткань. Что не стоит прислушаться к их проповедям. Кандалы на шее служат предупреждением. Ну просто без кандалов. Ну без кандалов. И в принципе все. Не, ну смысл. Пусть будут кандалы.
Поэтому он зря встал. А может быть и не зря, кстати. Нет, пойдемте это. Лучше сейчас... Да. Лучше сейчас пополнить стрелы. Так, лесная пещера, храм Эллы, да? О, смотри, нам вон туда надо. Вон, видишь, вот эти вот костры, они так себе, а этот прям как будто показывает вот так, и вон туда. Но мы пока не будем это изучать. Я еще не изучил вот эту часть. И надо посмотреть, что у нас вот здесь. Вот тут еще скакун какой-то, надо его тоже победить. И тогда посмотрим. Давайте пока в храм Элла. Пока перемещаемся, я сверну игру, посмотрю, сколько мы записываем. В принципе, записываем более чем нормально. Сейчас немножко побегаем. И на этом серию закончим. Так, серию закончим, а я пойду есть. Так. Стрела. А этот щит 75. Он не лучше моего. Такой же, считай. Только стоит 600. Блин. И парирование у него есть. Но я парированием не пользуюсь, поэтому мне может быть оно и лучше, что без парирования. Так, это болты. У нас пока арбалета нету. А это стрелы. Стоит по 20. По той простой, наверное, причине. О, 81 стрела, да, по-любому надо брать. Мы же все здесь купили такого важного. Да. Я не вижу здесь что-то такое. Да, я не вижу здесь что-то, что мне прям понадобилось бы. До встречи. Приятно иметь с тобой дело. Значит, что мы делаем теперь? Можно переместиться сюда, посмотреть, что там за тот скакун. Скорее всего, это какой-то... вот это вот. А скорее всего, я думаю, это тренировочный для нас чел, с которым мы будем бегать и пытаться что-то с ним делать. Так, давайте вначале копьем все-таки попробуем с ним сразиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нет. Ха-ха-ха! Ага! А, тут удар влево тоже был. Ага. Подожди, а с копьем? Ну, копье так себе, не очень удачное место. Ну и нам ничего с него не дали, да? Ну да, просто. Просто мы убийцы. Вот это что такое? Пойдем посмотрим. Что это за мечи? Здесь такие. Здесь много какой-то травы. Самим мечом ничего сделать нельзя.
просто обозначение чего-то. А вон еще один... О, нифига себе, да там целый лагерь. Где это я? Не, ну со второй лошадью я не справлюсь. Хотя интересно, что там. Ладно, пойдем пока вдоль. Пойдем пока вдоль всего вот этого. Я знаю, если что, что здесь в разное время суток разные враги, какие-то даже вроде как должны быть боссы в другое время суток. То есть нужно как ночью, так и днем ходить здесь. Так, стрелы я пока тратить не хочу. Территория моя. Так, вон там кто-то ходит. Эй, ты, не поможешь мне, дружок? Кто? Где? Да-да, я к тебе обращаюсь. Не притворяйся, будто ты меня не видишь. Почему никто не смотрит мне в глаза? Неужели я настолько уродлив? Кто? Кто? Да где? Как будто где-то справа чуть-чуть. Не понимаю, кто со мной разговаривает. Чел, извини, я тебя не вижу. Так, ну это явно здесь. Вот это дерево? Зачем ты это делаешь? Так, сейчас, одну минуту. Так, нам в дверь звонили, я просто не понял. Так, давайте заговорим. О, да, теперь припоминаю. Козел какой-то. Какой-то слух превратил меня в дерево. А тебе, выходит, удалось разрушить чары? Спасибо, меня зовут Бог. Меня выгнали из пещеры и наказали никогда не возвращаться. Это портной. А потом я стал деревом. На свое счастье, я встретил тебя. Это же Бог, да, портной у нас? Подожди. Игла, принадлежащая некоему Богу. Да? Да, да, драгоценная швейная игла получеловека Бога. Это он. О, как неловко. Те, кто выдворил меня из пещеры, забрали все мои пожитки. Так что это все, чем я могу выразить свою благодарность. Надеюсь, ты меня простишь.
гриб. Или если ты немного подождешь, я могу пробраться в пещеру и принести кое-что по-настоящему ценное. Тогда, полагаю, я буду тебе полезен. Хорошо, только дай мне минутку. Я их боюсь, мне нужно собраться с духом. К тому же все зачищено. Как подумаю о жуткой пещере на берегу, сразу начинают колени дрожать. Понятно, он нам ничего не скажет, да? Блин, вот это сообщение... Подожди. Так. Отличная оценка. И вот это тоже. По поводу переката не знаю, не пробовал, но пусть будет. Это шикарно прям. Действительно, кого-то в дерево превратили. Надо же. Я бы не додумался без сообщения, вообще бы не додумался. Соники, блин. Что это? Куда? Это зачем сделали? Это что за глупость? О! Блин, а здесь двое. Трое. Блин. Ну ладно. Ну, мы с вами разберемся как-нибудь, да? Я уверен. Вы слишком долго замахиваетесь, сэр. А ты? Ну, у меня меч покороче, но ничего страшного в этом нету. Поножи солдата Гордрика. Так, вот эту вот штуку надо поймать. Еее! Пепел войны, твердость духа. Не-не-не-не-не-не-не, чувак, извини, я не хотел ваших трогать. Иди в жопу. Не иди за мной, не преследуй. Я не готов. Ха-ха-ха, нормально вообще там. Гуляют. Здравствуйте. Куда ты побежал? О, наполнили фляжечки мне. Отлично, спасибо. Прям благодарочка. Так, хорошо. Он там что-то перекрывает. Это вот как раз вот эта дорога, да? Окей. Зря, конечно, надо было заклинанием, наверное, фигачить. Ну, хп себе восстанавливать. Ну, конечно, я еще и взял и использовал. Я прям супер. Я не знаю, как тебя еще назвать. Ну, как можно вблизи так скосить, а? Так, смотри, это здесь, но здесь нельзя никого призвать. Хорошо. Так, я, пожалуй, скроюсь тут от ваших глаз долой. Защищает мост? Да, смотри, он чисто мост защищает. У него меч какой-то странный. Или это дубина вообще? Понеслась. Иди сюда, сопляк. Я, в принципе, все забрал, все, что мне надо. Кузнечный камень хотел взять. Можно, по сути, пробежать, да? Просто пробежать и все. Он меня долго будет преследовать, интересно? Я вот здесь пробегу, ладно.
бы просто мимо вас, сэр. Нет? Что такое? Так, этот от меня отстал? Да, этот отстал. Хорошо. Там он что-то несут. Что-то жесткое несут. Так, это птицы. Птицы меня сейчас не интересуют. Так. А вот тут, в принципе, на территории никого. Этому явно нельзя давать трубачить. Хорошо, мне пополнили ХП, это прекрасно. Так. Оп. Казалось, что тут что-то есть. Блин, какая же классная игра. А здесь можно призвать кого-то. Ага, зачем? Причем вот здесь. Вот здесь нельзя. Какие-то крутые чушки, да? Ну, нифига себе, их тут армия идет. Да. Не, ну я не самоубийца. Так. Теперь активен. Хорошо. Пусть будет активен. Мне нравится, когда эти штуки активны. Впереди предмет отсутствует. Угу. Спасибо. Так, что это такое? Ну и... Ах, ты ж зараза, сейчас травит, да? Нет? Так, давайте это. Да, вон яд идет. И все? А, нет, он в невидимку ушел. Нормально так. Как
странный чародей. Инвалид. Правильно, правильно, фигач растение. У меня заклинаний нет. Ой, мы так 3 часа будем. Что это? Что это? Что это? Что это? Это что-то плохое, да? Нет, 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 нет. Так, я отравливаюсь. Что там пишут интересное? Огонь. Ну, я понял, что огонь. Только огонь-то так, он ничего не делает. Надо прям подходить. Пусть пока фигачит огнем, я не против. Нет, нет, плохая идея. А, она по определенной области. Я понял. Хорош. Так. Бедный мой маг. А, не, нормально. Ему пока норм. Насколько здесь плохо яд работает? Ну, не плохо работает, а наоборот, хорошо. Так. Руна бедняка. Всякие какие-то яды. Так, ну ничего, ничего, пока все нормально. Ты, может, меня вылечишь? Нет, не хочешь? Нет, ну ладно. А тебя можно убрать как-то, да? Отправить призванного духа в небытие, да. Спасибо. Ну, типа, помог, все. Спасибо. Так. От яда у меня ничего нету. Поэтому быстренько ищем то, что есть. Собираем. Так, это я вот здесь зашел как раз, да? Да. Так. Грибочек. Это что такое? Осторожно, отрава. Ну да. Ну это очевидно, по-моему, было. Коснуться пятна крови, это нам не надо. Ну, я не скажу, что это был сложный какой-то враг. Единственное, мы пока от отравы у нас ничего нет, так сказать. Когда будет? По-любому же что-то будет от отравления. Что? А впереди руины, так что прыгнуть сейчас не помешает. Ладно, давай. Эть. О, наверху что-то валяется. Всякие обломки. Обломки, осколки. Ну вот и все. Как бы остается только, по идее, карте нам перемещаться. А, ну отсюда можно было посмотреть. И в принципе все, да? Здесь ничего особенного нету. Угу. Ага, это карта неизученный кусок у нас, да? Руины поселения. Ладно, 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 я понял. Давайте в пещеру знаний. Не, не в пещеру даже знаний. Плавучее кладбище. И в следующий раз тогда пойдем вниз и потом уже к воротам. Но к воротам мы, наверное, пойдем вот через эту делегацию. Будем пытаться что-то с ней сделать. Пока не представляю, что, но пусть будет. Кто там?
А, это опять эти, господи. Это видно сверху. Короче, это чуваки, которые обозначают, что ночь настала. Так. Ладно. 1060 у меня очков. Наверное, стоит еще стрел даже закупить. Я, наверное, так и поступлю. Пойдем в храм Элле. Закупим там стрелы, на этом закончим. Я примерно покажу, куда я в следующий раз пойду, что буду изучать. Но пока много что непонятно вообще прям. Неизвестно, и качать оружие пока не хочется. Да, давай еще. Еще 53 стрелы не помешало бы. Да-да-да. Я тоже очень рад с тобой повидаться. Ну, маг, короче, так себе. Так себе. Давай посмотрим, что мы еще, в принципе, нашли. А, полезное вяленое мясо. Временно повышает иммунитет. Временно повышает иммунитет. От иммунитета зависит сопротивление ядам и болезням. Чем он выше, тем ниже вероятность подхватить недуг. Это, видно, медленно будет наполняться. Так. Хорошо. Сок камня. Много камней набрали уже. Смотри, руны жителя окраины. Это 1000. И вот это вот. Подожди, даже больше. Сколько здесь? А тут не написано. Даже сейчас руны все еще наделены силой золота. Видите ли вы древо Р вдалеке? Руна жителя окраины. Это, по-моему, 400. И вот эти вот 8 по 200. Это 1600. Это 2000 у нас. 2000 руны, если что. Угу. Вот это непонятно. Ваша цель — победить босса того мира, куда вас призвали. Отправляет дружеский знак в ближайшие активные омуты призыва. Это можно было бы оставлять, чтобы фармить. Но пока ничего такого вроде бы нету. Меня пока прикалывают волки. Возможно, очень прикольно будет вот это вот чародей. Они, конечно, слабоватые, что тот, но и тот отлично отвлекают. Так, могильный ландыш. Белый цветок, который распускается лишь в катакомбах. Беззвучный колокол для призыва духов. Усиливает прах до плюс одного. Мастерство укрепляющих прах называют наставниками духов. Белый цветок, который распускается лишь в катакомбах. Рядом с ним приживается дух. Усиливает прах до плюс одного. Прах, который хранит воспоминания о погибших, нельзя усилить с помощью обыкновенного ландыша. Воспоминания. Мастеров, укрепляющих прах. Прикольно, короче, я могу себе усилить волков, да, к примеру. А как? Усилить оружие. Это только оружие усиливает. Это через камни причем. Атака факелом? Нет. Навык шквал. А, подожди, тут шквал есть. Подожди, что тут за стрелами шквал? А, столько бегаем с луком, а то у него, оказывается, навык какой-то есть. Так, вот эти вот топот размах, грозовой удар, твердость духа. Не написано, да? А, тяжелое, качественное, хорошо. Так, лук. А, навык шквал. Стрелковая техника лучников. Поверните лук горизонтально и выпустите несколько стрел подряд с молниеносной скоростью. Ага, я понял. А как много? Ну, экспериментировать пока не хочется, пока стрел не так много, чтобы так экспериментировать. Так, по сюжету, я так полагаю, нам вон туда. Но... мне интересно изучить вот эту местность за замком, вот тут вот. Хотя, подожди, нет, болото вот получается, болото, надо же еще спуститься вот сюда, посмотреть, может тут что-нибудь валяться будет полезное. И вот это нужно. Короче, все, что нам доступно сейчас, нам надо вот это все изучить. Вот в следующей серии мы изучим вот эту часть. Если будет безопасно спускаться в болото, мы спустимся в болото. Далее нам надо будет вот по этой дороге
пройти вот здесь вот эту вот орду, посмотреть, что это за орда, ее попытаться уничтожить. Возможно, вот это вот с лошадью убить. Вот здесь вот с лошадью надо убить, но я не знаю, когда и как вообще это сделать. И потом отправляться вот дальше вот сюда, вот через ворота. Это вот наш план на будущее. Потому что вот здесь мы, в принципе, посмотрели с тобой все. Там прыжки, это, я так полагаю, вот сюда на лошади прыгнуть можно будет. Вот эту часть мы с тобой подизучили. Если что, у нас здесь теперь есть телепорт. А вот, в принципе, и все. Вот получается и весь, так сказать, план на будущее. Ну а на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на Discord канал. Ссылка в описании. Ставьте лайк и всем пока-пока.